Турецкая пресса бурно обсуждает скандал между Гюльчен Сангу и Фахрие Евжен. Обе актрисы хранят молчание и не дают никаких комментариев. Что же произошло и почему фанаты обеих звезд так обижены друг на друга? В турецкой прессе разгорелся серьезный скандал, связанный со словами Гюльчен Сангу, которая заявила, что не работает с проблемными людьми. В одном из интервью ранее актриса призналась, что есть люди в индустрии, с которыми она не только здороваться бы не стала, но и перешла на другую сторону улицы, если бы увидела их, и пожелала, чтобы их убрали из индустрии. Когда журналисты вновь встретили Гюльчен, оправдываться за свои слова она не стала, добавив, что существуют люди, для которых не существует никаких человеческих ценностей. Конечно, она не будет называть имена, но работать с ними на съемочной площадке она точно не будет. Разумеется, пресса тут же начала гадать, кого же она имела в виду. И вроде бы даже нашла человека, с которым у Гюльчен всегда были натянутые отношения. Это Фахрие Евжен. В свое время журналисты бурно обсуждали ссору двух актрис на съемках сериала «Курт Сеит и Шурап». Правда, ссора была опровергнута членами съемочной группы, но вот эта старая история вновь выплыла наружу и с удовольствием обсуждается на страницах желтой прессы. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что бывший партнер Гюльчен Сангу Барыш Ардуч в настоящее время играет с Фахрие в популярном сериале «Альпарслан. Великие сельджуки». Поклонники Фахрие требуют от Гюльчен прояснить ситуацию и опровергнуть беспочвенные слухи. Поклонники же Гюльчен утверждают, что актриса не должна опровергать очередной бред папарацци. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.